свободных не было, потому что порадоваться и поздравить выпускников 11 классов со всего района с окончанием школы с медалью пришли и учителя, и родители, и даже друзья. В этом году школы выпустили 619 11-классников, из них 78 – медалисты. А еще в этом году на районном дне выпускников отмечали и выпускников 9 классов, также успешно завершивших этот этап образования. Из более чем 1300 выпускников 9-классников отличников 74. Чествование медалистов началось с приветствия главы Дмитровского муниципального района Валерия Гаврилова. У нас сегодня особый день. Те успехи, которые вы показываете вместе, это только можно вместе результат показать, совместно с преподавателями, совместно с той системой образования, конечно, с родителями. И никогда не надо в жизни забывать, как бы что-то ни сложилось, как вот здесь песни вы напели, нас раскидает по всей территории России. Моя мечта, чтобы вы остались здесь, потому что реально сегодня у нас требуются квалифицированные, умные и, конечно, прежде всего, патриотичные рабочие люди и, конечно, профессионалы своего дела. На праздник приехала и Лидия Антонова, член комиссии Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Она отметила. Вы живете в замечательном крае, Дмитровский район. Дмитров – это город, который имеет огромную славную историю. Но звучать этот город стал, я думаю, в последние вот эти 15 лет, которые с 2000 года по программе и нашей области, и, главное, по муниципальной программе, он постепенно, шаг за шагом завоевывал позиции. И те, кто любит Дмитров, кто сюда приезжают, а Дмитров – это сегодня один из крупнейших центров не только Московской области, но и России, видят, как преобразился город, как преобразился район, как с любовью относятся ко всему, что дорого дмитровчанам. Я думаю, что и образование города украшает не только систему Дмитровского района, но всей Московской области. Лидия Антонова вручила подарки шестерым выпускникам школы, которые набрали по 100 баллов при сдаче ЕГЭ. И после этого и началась процедура вручения поздравлений, грамот управления образования, медалей выпускникам 11 и 9 классов, показавших прекрасные показатели в учебе и сдавших выпускные экзамены очень и очень успешно. Ребят вызывали на сцену вместе с директорами школ, где юноши и девушки учились. Каждому вручались медаль, грамота, потом вспышки фотокамер, фото на память этого замечательного момента юности. Все, школа позади, успех отмечен и поддержан. Церемония вручения продолжалась более полутора часов, и в 7 вечера у районного дворца культуры наконец-то выстроилась огромная колонна, в которой выпускники 9-х и 11-х классов, медалисты школ района. И эта колонна двинулась вниз по Загорской улице мимо Вечного огня на Советскую площадь, где все уже было готово для начала второй части районного дня выпускника. Возглавили колонну глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов, член Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лидия Антонова. А на Советской площади вначале прозвучало видеообращение к выпускникам президента России Владимира Путина, после чего со сцены вновь прозвучали напутствия выпускникам. В частности, Валерий Гаврилов, глава района, отметил, что надо обязательно получить хорошее профессиональное образование, но разлетаться по всей стране не стоит. Дмитровский район нуждается в квалифицированных молодых кадрах, причем не только с высшим образованием, но и рабочими профессиями. Так что учитесь и возвращайтесь трудиться на свою родную землю. Татьяна Довженко, начальник управления образования, пожелала ребятам любить, гордиться своей страной, не забывать про школу, учителей, уважать и заботиться о своих родителях, и чтобы на дальнейшем взрослом самостоятельном пути у ребят всегда бы все получалось. Также ребят во взрослую самостоятельную жизнь и получение профессионального образования напутствовал и отец Афанасий, благочинный Дмитровского церковного округа. После этого 10 выпускникам 11 классов, кто получил при сдаче ЕГЭ 98 баллов, были вручены благодарственные письма администрации района, и эти ребята вместе с 6 выпускниками 100-бальниками отправились вместе с главой района сажать традиционное дерево выпускников. Это клен астролистный стал очередным деревом,
деревцем, посаженным в честь выпускников на одноименной аллее вдоль вала. После этого на Советской площади началась и развлекательная программа, в которой принимали участие как наши местные творческие коллективы, так и московские артисты. А кульминацией районного дня выпускника 2015 года стал и флешмоб, когда выпускники, учителя, родители, словом, все вместе станцевали зажигательный веселый танец. Закончился же праздник фейерверком.